Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Очень часто в комментариях звучит такой вопрос: зачем ты так рано сеешь на рассаду томаты? Мол, рассада мучается в стаканах до высадки долго, потом вы переросшую сажаете в землю, сажаете типа лежа, надолго наращивает корневую, у нее останавливается рост, и она после этого потом у вас долго принимается в росте, и в результате она потом дает урожай вместе с теми томатами, которые вы сажали позже. Ну, что я вам хочу сказать. Вот у меня рассада, которая была посеяна 24-25 февраля. Сюда, в теплицу, я ее высаживала уже фактически 1 мая. Уже некоторые начинала выпускать бутоны. В основном, основная масса начинала выпускать бутоны. Сейчас вот посмотрите, как она выглядит. Сегодня у нас 9 мая. Уже посмотрите, как она довольно-таки сильно наросла. Вот бутон. Посмотрите, какие уже пасынки, уже вторые идут бутоны. То есть прошло буквально 9 дней. Рассада не остановилась в росте. Она наращивает свою листовую массу. И, я думаю, корневую массу она наращивает также. И я вам хочу приложить вот фотографии сегодня. И это те, которые я сделала после того, как я их высадила. То есть сравнить вам разницу, как томаты развиваются. Да, конечно, майская погода нас не радует тут своими катаклизмами. Вот, но я ставила тепловые пушки, поэтому ничего здесь не замерзло. Заморозок мы сегодняшний минус 4 перенесли спокойно. Рассада вся зелененькая, вся бодренькая. Уже по второму разу я у нее отрываю пасынки, растут очень много, обильно пасынки. Как видите, все хорошо и все отлично. Даже при этом у меня уже начинают завязываться даже томатики. Вот, вот он уже пошел, зависть пошла, видите, один. Так, сорт это у меня, не знаю какой сорт, пока по номеру только смотрю, 435. Так. Еще я там видела зависть в самом начале. Это я уже посмотрела, что это за сорт. Это щека Кертис. Тоже завязала уже одну помидорку. Сегодня утром обнаружила. Вот, посмотрите. Щека Кертис. Завязала уже одну помидорку тоже. Так, это у нас коробка. А тут это как обогреватель стоит. Так что каждый, я считаю, поступает так, как ему удобно. Кому-то нравится поздно сажать, он получает свой урожай тогда, когда ему нравится. Я предпочитаю сеять рано, потому что у меня условия не имеют такой возможности сеять рассаду в апреле месяце, и чтобы у меня потом в июне были помидоры. Нет, такое у меня, к сожалению, никогда не получится. Вот у меня есть томатик, который я сажала 15-17 марта, точно не могу сказать дату. Посмотрите, вот также индетерминантный сорт, но на нем еще даже нету завесей никаких. Вот разница в 2 недели томатиков и вот эти. Эти уже цветочные кисти, а то и которые уже ранее дают даже плоды, уже начинают завязывать. Поэтому, ребят, критика дело хорошее, но я считаю, что каждый огородник поступает так, как ему удобно, как он уже привык поступать. Поэтому сажайте и сейте тогда, когда вам нравится. Уже каждый, конечно, первые годы там кто-то набивает свои шишки, но уже опытные огородники, они знают тогда, когда им нужно сажать. Уже приноравливаются своему графику. Ну, в принципе, что я вам хотела сказать.